Генеральный директор Ubisoft Ив Гейму в интервью Variety сообщил, что следующее поколение консолей, по его мнению, станет последним. Участники рынка уже активно взаимодействуют с технологиями стриминга, и в ближайшие несколько лет люди все больше времени будут проводить за облачными сервисами. Бизнес французского издателя при этом в основном направлен на поддержку консольного направления индустрии. Не пугают ли такие перемены руководителя Ubisoft? Гейму. Уверен, что этого не только не стоит бояться, но и с нетерпением ожидать. Это поможет рынку крупнобюджетных проектов ускориться в расширении. Мы должны работать над доступностью игр, чтобы каждый желающий мог сыграть с любого удобного ему устройства. Возможность транслировать игры без консоли на телефоны и телевизоры сильно изменит индустрию. Ив Гейму для подготовки материала сотрудник Variety пообщался с несколькими платформодержателями. Руководитель американского подразделения Nintendo Reggie Fils-Aimé сообщил журналисту, что не замечает никакой тенденции, которая может привести к смерти консолей. Более того, только в прошлом году компания выпустила одну из своих самых успешных систем в истории – Nintendo Switch. По мнению Reggie, единственная игровая платформа, которая позволяет играть в крупнобюджетные консольные проекты в любом месте в любое время. Это уникальная особенность платформы, которой больше нигде нет. Nintendo Switch. А вот руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер не заинтересован в традиционном соперничестве с конкурентами. Его больше заботит общее развитие индустрии интерактивных развлечений. Например, расширение аудитории с помощью геймпадов вроде Xbox Adaptive Controller или сохранение библиотеки старых игр на современных устройствах посредством обратной совместимости. Меня меньше волнует, играют ли люди в Minecraft на Xbox One, чем могут ли они играть в Minecraft на любом устройстве, которым владеют. Фил Спенсер, отвечая на вопрос о консольных поколениях, Спенсер подчеркнул, что игры не должны оставаться на одной системе. Именно поэтому Microsoft стремится к эволюции железа. Представители Sony же отказались от комментария. Однако в прошлом месяце руководитель игрового направления японского гиганта Джон Кодера сообщил о начале финального этапа в жизни PlayStation 4. Продажи железа должны опуститься, однако прибыль от сервисов должна компенсировать это падение.